Ночь кино пришла в Магадане. Полюбившиеся многим отечественные фильмы «Иван Царевич и Серый Волк 4», «Лед 2» и «Холоп» показали на большом экране кинотеатра «Горняк» в минувшую субботу. Для гостей в этот вечер также провели викторины и конкурсы, малышей развлекали, ростовые куклы. Вход на все события акции бесплатный. В мероприятии принял участие мэр Магадана Юрий Гришан. Он поздравил с праздником горожан и вручил благодарности специалистам кинотеатра, отметив их творческий подход и любовь к своему делу. Я рад, что сейчас возвращается российское кино, возвращается, причем очень мощно, когда тоже полные залы собирают наши кинотеатры. Я рад, что мы пережили те тяжелые годы, когда кино практически было провалено. И вот последние годы у нас уже не один кинотеатр в городе Магадане, есть и конкурент. Всероссийская ежегодная акция «Ночь кино» прошла в пятый раз. В мероприятии приняли участие, кроме Магадана, 68 регионов.